Мы продолжаем цикл передач «Вопросы о религии». В первом выпуске иерей Даниил Касников рассказал о том, для чего нам нужен пост. Сегодня мы вновь коснемся темы поста. И протоиерей Виктор Висаров, председатель миссионерского отдела Симбирской епархии, ответит на вопрос, что можно делать во время поста. Мы часто, когда вступаем в пост, мы начинаем думать, а что можно, а что нельзя. И тут возникает такое же искушение, которое в свое время было, помните, у фарисеев в знаменитой притче Господа Иисуса Христа о мытаре и фарисее. Когда двое вошли в храм, ну понятно, что фарисей имел все возможные подвиги пред Господом Богом, какие подвиги мог иметь мытарь. И вот у нас порой бывает так, что во время поста у нас у всех возникает такое же чувство. Мы, подобно фарисеи, думаем, что мы можем спастись, выполнив лишь внешние предписания. Ну и, естественно, заключается в том, что многие начинают строго вести пост, как положено, там, без масла, без всего. Но это очень хорошо. Это подвиг. Я понимаю, насколько иногда это бывает тяжело, ограничивать себя в пище, в привычном ходе жизни. Но иногда человек после этого начинает превозноситься, раздражаться, унижать своих ближних. Если, не дай бог, он пришел домой, там, усталый после работы, отец семейства, там, ему вовремя не приготовили какую-нибудь постную фасоль, и он после этого начинает негодовать, кричать на всех, то, наверное, кажется, что он этот пост не выполняет. Потому что пост заключается в том, чтобы в конце поста мы приобрели любовь к ближним, снисхождение к их немощам, чтобы мы научились, так сказать, управлять своими страстями, как я об этом говорил, если человек не может совладать своей страстью гнева, что прок в таком посте. Помните, как у одного из святых отцов говорится, и что, говорит, толку, что человек, говорит, ничего не ест, и бесы ничего не едят, но они остаются бесами. Поэтому пост – это не есть диета, это есть своего рода определенный подвиг, который заключается в последовательном каком-то таком ходе работы над собой. И первый ее шаг – ограничение себя в пище. Второй шаг – борьба со страстями. Третий шаг – увеличить нужду молитвы. То есть, если ты обычно читаешь утренние и вечерние правила, ну, прибавь что-нибудь еще, почитай Священное Писание. Потому что без постоянного памятования о Боге, без постоянного, так сказать, работы над собой в молитве, человеку невозможно просто все это победить. Конечно, это подвиг, это не у всех получается. И, наверное, кто из нас может сказать, что я такой идеальный священник там, или идеальный христианин? Ну давайте будем вместе работать над собой. И так потихонечку спасемся. Храни всех Господь.